Тема «Система защиты корабля» отображает эффективность комплекса мер, связанных с защитой корабля, цель которых – выдержать урон, нацеленный на судно. Существуют три базовых уровня защиты – индикатора здоровья, щиты, броня, корпус. Когда корабль в космосе, эти индикаторы отображаются внизу по центру в виде трех полосок возле накопителя энергии – капы. В меню оснастка корабля отображаются числовыми значениями. Также тут можно посмотреть активные системы защиты. Выбрав скорость ремонта брони, вы видите, сколько единиц брони восстанавливается в секунду. Также выбираются другие системы защиты – щиты или корпус. Функция «Скорость восстановления щита» показывает скорость пассивного восстановления щита, которая по умолчанию присутствует в корпусе каждого корабля, а также улучшается дополнительными модулями, которые могут быть улучшающими характеристики или перераспределяющие, которые усиливают одну характеристику за счет ослабления другой. Также пассивная подкачка улучшается за счет увеличения объема щита. Пассивного восстановления нет у брони и корпуса. Вывод. Плюс защиты щитами в их пассивном восстановлении. Скорость пассивного восстановления щита нелинейна. Зависит от остатка. Пример. При объеме 30% скорость восстановления в 2,5 раза больше среднего значения, то есть при целом значении щита или почти нулевом, скорость восстановления минимальная и имеет пик возможностей при остатке щита в 30%, в 2,5 раза лучше, и провалы ближе к 0 и 100%. Теперь броня. Это второй уровень защиты корабля. Существенное отличие от щита в том, что броня пассивно со временем не восстанавливается. Ее можно только чинить на месте модулями или на станции в ремонтной мастерской. Оснащение судна в броню ведет к увеличению его массы и уменьшению маневренности. Такой вариант танковки прост и незатейлив. Корпус, структура – это скелет корабля. Настоящие мужики танкуют структурой. Танковка корпусом полезна, когда вы летаете без напарника, который смог бы подлатать вашу броню или щит. Намерение танковать структурой также означает, что вы будете приманкой. Все-таки большинство пилотов привыкли думать, что бой выигран, когда кончилась броня. С небольшой сноровкой этим можно воспользоваться. Важно знать, системы защиты корабля отображают сопротивляемость, резисты различным типам повреждения – электрическому, термальному, кинетическому и взрывному урону. Эти характеристики отображают, сколько урона данного типа будет игнорировано системами защиты корабля. Сопротивления улучшаются активными и пассивными модулями.